в русском магазине в Хьюстоне. Вот сушечки разные. Мы взяли там 3 вида. Может, хлебушек какой прикупить. Бородинский. Ой, что он такой мокрый. С холодильника, наверное. Угу. $6 бородинский, маленький такой. Ну, наверное, вот тут более похоже. До этого как-то брала. Написано было бородинский, но он ржаной с семечками. 6,69. Я уже так отвыкла от такого хлеба, что мне потом тяжело в желудке. Даже, наверное, не буду браться. Сейчас гречку возьму. Рахат луком. $1.89. Какая прелесть. Да лучше. Вот. Нет, такое мы тоже брать не будем. Так, всякие приправы не нужны. Халва вот дорогущая. $6. Пряники по 4,63. $2 пряники. Ух ты, гречку надо. Ну что такое? Ну, обычно я такую беру. Шоколадочки такие, $6, вот с коньяком. Темный. Горький. Я хочу такую шоколадку. Горький с коньяком, 72. Все. Хочу шоколадку. Лук. It is black. Dark, 73. It is big. With коньяк. No, it's not with коньяк. Кусочками. Это вот, this and only with коньяк. It is with cherry, коньяк, а here juice dark. I want with коньяк. Oh, yeah. Look, it's no dark. А, dark. How many percent, we don't know. Ну, такой возьму. Yeah? What about medicine? Конфетки различные. 7,63. Я также купила мармеладик. Вот $5 дольками за чуть-чуть, можно сказать. Вот, ну тут. Эх, где наш белорусский дольками мармеладик? А, вот еще в сухарике я посмотрела. Сколько стоит? 4,29. Ну тут чуть-чуть. Это очень. Немного, 5. Не нравятся мне цены. Сколько это вот? Почти $5 за чуть-чуть. Ну, смешно уже. Ну, всякие закаточки. Сгущеночка сколько? Маленькая 4,30. Большая 7,90. Мед. Сколько мед? 20,5. Ну, похож, ну, не знаю, какой похож на настоящий. Но мне не надо. 8,29, 16. Вот таежный. Смотрите, $16.50. Такая маленькая баночка. Таежный такой. $20. Алкогол. Хлебцы. Вот чуть не забыла себя любимую. Сколько вот этих хлебцов? А, так это вафельные, нет. Вафельные мы такие, нет. Вот ржаные, почти $2, да? И такие с отрубями. Таких мы наберем сейчас. $5,
возьмем 5. Ой. Это мы вот набрали так. Сушек. Сушек хлебцов. Так, опять к хлебу тянет. Ну, не буду я, конечно. Ну, вот здесь на развес, да, получается. За полкилограмма вот цены $9. 12, 8. Сырыну не нужны. Селедку. Дырковисти вообще нет. Я тогда ела селедку 2 недели. И мне кажется, что у меня даже болят. Спина больше заболела от этой соли и давление. А сколько пельменей, не знаю. Пельмешки вкусные. Но опять же, мы их не довезем. А, вот здесь вот написано полкилограмма. $7, 7,29. Колбасочка вкусненькая, хорошенькая. Тоже мы ее не повезем, но мы взяли там такую сумку. Нам еще заезжать много куда, короче, нет. Никаких мы не будем колбасок брать. Вот я, наверное, чай, может быть, хотела бы посмотреть. Может быть, Гринфилд. Какой-то, наверное, мне Гринфилд все-таки надо купить. Более-менее, как бы я его знаю. Сколько он здесь, я забыла. Жасмин. 3,5. Ну ладно, такой возьмем зелененький. Я не сильно часто его пью, но, по крайней мере, это хоть что-то знакомое. В коробочках чай такой вот красивенький, вон можно. Цейлонский, $7. Вот эти коробки. Ну, коробку, в смысле, я думала, это жестяная, нет. Кёртис, я раньше все время в Беларуси Кёртис этот брала. Мохито хороший, он такой вот. Экзотик бывают, что они не очень-то, не знаю, может взять этот мохито еще. Ну, я уж не часто пью его. Не знаю. Ну, возьму мохито еще. И вот всякая гжель. $165 яйцо, да. Ну, он за единицу стоит. Тут $14 одна штука. 12. И тут я уже как-то показывала. Тут всякие вот украшения. По $36, по 30, 48, 45, 75 эти. Ну, что, симпатичные. Иконки, бусы. И там он отдельно дверь, и там лекарства, даже антибиотики, и есть и шприцы, и есть и диклофенак. А здесь, о, гиалуроновый филлер. $30. Интересно. Ну, вот различные крема. Шампунь облепиховый. А, я помню, я таким пользовалась, когда дочка. Она мне такой голубой давала. По-моему, облепиховый. Вот. Найт крем. $14. Ну, в общем. Интересно. О. Интересные крема. Иконки классные. Ну вот, когда будет свое авто, тогда положу туда иконку. Do you need for your truck? No. Look at this. Что за отбеливающий лосьон? Белый лен, $14 отбеливающий. Хм.
Да. С фруктовыми кислотами, с экстрактом льна. Как-то мне жалко $14 на. Машинки такие вот по 11. And see, she has Russian colors. She has Russian colors. Ukraine. But this is Belarusian color. Ukraine. You know more than me. She. Билли ушел, а я на английском начинаю с ним. Интересно, вот какие. Грузинское красное вино. 21.40. Какое красивое. Look so beautiful bottle. Georgian wine, red wine. 22, почти 21. Титони, ну, yellow soul. А, it's all Georgia. Georgia. It's all Georgia. Все грузинские. А, там тоже много грузинских все. Ничего себе, столько грузинских вин. Такую рыбку за 6.59 в обла сушеную взяли. Two. Two? Maybe, no, two. Maybe different. I don't like this. Лещ. You don't like this? Oh, oh. This is better? No. Ah, you know, I think you know. Бычки, no. Бычки, не. Судак. Maybe this. Okay. It is with beer for you. Look how beautiful. Нагрузили корзину чаем, сушками. Хлебцами, воблой и этими, как они называются, вот такими отрубями. И само то, сушечки, воблы, чаёк, воблы. Снова джентльменский набор. На $65 взяли газетку еще. Это наш Техас прихватили. Ну, я ее так читаю. И ну, тут на первой странице, как сделать домашний творог. Интересно, да? Я знаю, как сделать домашний творог. Ну, в общем, сейчас поедем в Костка.